Уксусная кислота стала наркотиком. Это вещество было внесено в список запрещенных в стране наркотических препаратов. Подробнее об этой и других законодательных инициативах депутатов в обзорном материале программы. К наркотическим веществам приравняли уксусную кислоту. Специалисты Федеральной службы по наркоконтролю дополнили перечень запрещенных в России веществ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны. По данным службы наркоконтроля, в настоящее время в России отмечается распространение веществ, схожих по действию на организм человека с наркотическими и психотропными веществами, но не запрещенных к обороту. Одно из них – уксусная кислота и ее производные. Именно она зачастую используется для изготовления так называемых курительных смесей. Кроме того, будут внесены изменения в две статьи Уголовного кодекса о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических и психотропных веществ. Владельцев машин, оснащенных газовым оборудованием, частично освободят от налогов. Соответствующие инициативы вышли депутаты Государственной Думы. Народные избранники предлагают снизить процент транспортного взноса автолюбителям, использующим вместо бензина голубое топливо. По их мнению, это поможет расширить сбыт газа внутри страны и сократить бюджетные средства на закупку бензина, а также улучшить состояние окружающей среды за счет использования экологического топлива. Сейчас новый законопроект находится на рассмотрении. Платных парковок только с одобрения граждан. Соответствующие инициативы выступили депутаты Государственной Думы. Согласно новому законопроекту, предлагается создать в каждом регионе страны так называемые согласительные комиссии, в которые войдут по большей части жители региона и лишь несколько депутатов. Избранников будут выбирать на открытых собраниях. Состав комиссии будет ежегодно полностью меняться. Главная задача органа – регулировать создание в городе новых платных парковочных мест и их тариф.